На этой неделе Южный Славянск на Кубани встречал гостей из северного города Лабытнанги. Жители Крайнего Севера приехали к нам с почетной и радостной миссией – вручить юбилейную медаль 75 лет победы в Великой Отечественной войне нашему земляку Василию Ивановичу Мунтяну. Почему был проделан такой долгий путь и как встретил гостей Василий Иванович, смотрите в следующем репортаже. О городе Лабытнанги, который находится на Полярном Урале, знают не так много славянцев, но с сегодняшнего дня он стал для них ближе. Славянск на Кубани и Лабытнанги связал жизненный путь нашего замечательного земляка Василия Ивановича Мунтяна, чье детство было опалено пламенем Великой Отечественной войны. Он родился в Крымске, сумел выжить в военное лихолетие, работал в правоохранительных органах двух городов – Славянска на Кубани и Лабытнанги. Уйдя на пенсию, вернулся на Кубань, но его не забыли в Северном крае, которому он отдал более 20 лет своей жизни. Я очень рада, что мне выпала такая честь. Я передаю вам привет от нашего губернатора, от нашего главы города Марины Аруновны Тресковой и от всех жителей. Большое вам спасибо. Мы очень рады и счастливы, что вы здесь обосновались, но все равно вы житель нашего города. Мы помним, чтим. Спасибо вам. Василия Ивановича сердечно поздравили и пожелали ему всего доброго председатель Совета ветеранов войны и труда Славянского района и представители городской администрации. Награжденный юбилейной медалью был очень растроган. Спасибо за поздравления. Очень приятно, что не забывают, что дает возможность почувствовать нужным себя в обществе. И то, что мы пережили в свое время, не хотелось, чтобы оно повторялось. Ольга Слепцова, которая проделала путь длиною без малого в 4000 километров, чтобы лично вручить Василию Ивановичу юбилейную медаль, считает, что для нее участвовать в этом важном мероприятии – большая честь. Да, миссия, конечно, почетная у меня, но я считаю, что не только на севере живут люди с горячими сердцами, которые всегда будут помнить нашу историю. И на юге, я вижу, как вы принимаете нас, и на юге живут такие же люди. Мы всегда помним и чтить будем то, что сделали наши деды, отцы. Итак, еще одна юбилейная медаль, учрежденная указом президента России, нашла своего адресата. Это знак уважения и благодарности за мирное небо над нашими головами людям, которые внесли свой вклад в освобождение нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».